Please welcome the athletes. In red for Belarus, Katerina Prokopenko. В синей форме Анастасия Шевченко, Украина. In blue for Ukraine, Анастасия Шевченко. Катерина Прокопенко представляет сборную команду Беларуси. Является двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы. We pay your attention that athlete in red, representing Belarus, is two times world champion and three times European champion. Ее соперница в синей форме Анастасия Шевченко представляет национальную команду Украины, является чемпионкой Европы 2017 года и серебряной призеркой чемпионата мира 2016. Her opponent in blue for Ukraine, Anastasia Shevchenko, is the champion of Europe 2017 and silver medalist of World Championships last year. Ага, ты на YouTube на достанешь, что ты...